Ура! Начинается! Все готовы? Приступим к повторению домашнего задания. Итак, к доске пойдет Колесова Инна. Да блин! Здравствуйте, можно? Галина, ты как всегда опаздываешь, проходи. Я же юная мать. Инна, домашним заданием было повторить тему, что такое имя существительное. Давай вспомним. Имя существительное – это? Имя существительное – это? Часть речи, отвечающая на вопрос «Кто и что?». Кто? Кто? Папа? Ребята, тишина. Следующий вопрос. А может, я лучше спою? А ты слова знаешь? Нет. А кто знает слова? Кто нам поможет? Юлиан, выходи. Да только припев. Давай припев. Садись, два. Можно я? Можно я? Можно я? Можно я? Выходите, помогите нам. Включаем музыку. Девчонки и мальчишки, сегодня мы собрались с такой дружной компанией, чтобы поздравить вас с окончанием Понятно. Школы и приготовили этот сюрприз. Смотришь на меня без сомнений, мол, папа, я
все знаю, понимаю все без исключения. Давай без научения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне дорожить. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется узнать. Дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется узнать. Дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Знаешь, я не зря все советую. Сам когда-то был на твоем месте, только поэтому помогаю с ответами, как это было давно. Но если бы я мог вернуть все это время, я многое, наверное, изменил бы без сожаления. Ну что скажи свое мнение, тебе ж не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но знай, в любой момент с тобой готов я рядом быть. Очень хочется верить, что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется узнать. Дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься дверь. Почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе? Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Ну, поздравляю тебя и твоих одноклассников с успешным окончанием школы. Желаю, чтобы все мечты ваши сбывались, чтобы все дороги были легкими и открытыми, чтобы весь мир был у ваших ног. Поздравляю. Успехов, счастья, любви, удачи, денежной профессии, исполнения мечты, надежных и верных друзей, благополучия. Будьте счастливы, детки. С бычьим мечом вам. Счастья, здоровья, везения, упорства, успехов, найти себя, все свои поставленные цели, больших и маленьких побед. Здоровья крепкого всем. Я не придумала, подожди. Веселой студенческой жизни, наши дорогие. Высыпайтесь. Детки, родные, за вас! Мы вас очень любим! С праздником вас! Вы у нас большие, молодцы! Счастья, здоровья, успехов! Легкой вам дороги! Ура!
вы сегодня получили кучу эмоций, чтобы у вас по жизни вам сопутствовали такие же положительные моменты и мгновения. Ребята, мы сегодня действительно кайфанули. Спасибо вам, наши дорогие, за ваши позитивные эмоции, которые вы нам ранее подарили. Мы вас любим. Ура! Спасибо вам большое. Мы вас любим. Это все для вас. Ура! Поливай! Сижу и перелистываю школьный свой альбом. Как много воспоминаний хранят его страницы. Кажется, годы пролетели одним днем, а коридоры школы все продолжают сниться. Кажется, как и раньше, сидим мы за партой, и вот-вот прозвенит с урока звонок. А начиналось все с обычного старта, когда переступили школьный мы порог. Целых 10 лет мы провели в школе. Эти 10 лет въелись в душу до боли. Эти 10 лет, как шум прибоя, будоражит память событий волною. Помню, как раньше всегда ходили вместе, были неразлучны, как облака и небо. Любили поприкалываться, не сиделось на месте, не стеснялись того, что выглядим нелепо. Всегда ждали лета, обсуждали секреты, любили посидеть в столовой, быть похоже одеты. Фоткались в школе на фоне кабинетов, любили за впечатлить палитру ярких моментов. Где же то время? Оно в детстве где-то, куда мы не вернемся, ведь выросли из этого. Где же то время? Оно в детстве где-то, а мы выросли из этого. Сижу и перелистываю школьный свой альбом. Как много воспоминаний хранят его страницы. Кажется, годы пролетели одним днем, а коридоры школы все продолжают сниться. Кажется, как и раньше, сидим мы за партой, и вот-вот прозвенит с урока звонок. А начиналось все с обычного старта, когда переступили школьный мы порог. Помню, скрежет мело по протертой доске. Тогда значение имело каждая минута. И словно в темноте голос учителя извне, что ты создатель своего маршрута. Последний год мы обходили коридоры, гуляли по школе во время перемены, трогали стены, чувствуя, что это родное. Не верили, что покинем это место вскоре. Море слез мы выплакали в день последний. Забыли все обиды, забыли все сплетни. Дрожащими руками писали пожелания, расписывали в дневниках друг другу на прощание. Выпускной бал стал завершающим кадром из нашего школьного архива. В тот день всем было весело, все были рады, а спустя время вспоминать тоскливо. Сижу и перелистываю школьный свой альбом. Как много воспоминаний хранят его страницы. Кажется, годы пролетели одним днем, а коридоры школы все продолжают сниться. Кажется, как и раньше, сидим мы за партой, и вот-вот прозвенит с урока звонок. А начиналось все с обычного старта, когда переступили школьный мы порог.